Православная церковь награждает церковными орденами людей, которые принесли пользу обществу, церкви, государству и конкретному человеку. И сегодня мы наградили человека, который, выполняя обязанности христианина, приносит пользу людям, приносит пользу каждому конкретному человеку. В Евангелии сказано: «То, что вы сделали меньшему брату моему, то вы сделали мне», это сказал Христос. И его исполнение вот этих слов, Гагик Саркисович, исполняя Божье повеление, приносит свою жизнь людям, помогая, исцеляя, уврачевывая их от болезней. Поэтому сегодня он награжден церковным орденом Украинской Православной Церкви преподобных Антоний и Феодосий Печерский.